Итак, как вы думаете, что я делаю? Вот трехлитровая банка, водичка. Туда. Итак, кто молодец? Я молодец. Это у меня такая фраза, когда я говорю вечером, когда подвожу итоги сегодняшнего дня. У меня сегодня очень продуктивный день. Люди, это означает, что сегодня у меня сколько, 5 сессий было. Это говорит о том, что 5 человек стали еще более свободными, еще более счастливыми. И так как мы идем от одного блага к другое благо, и так как люди для меня благословение, благословение, то, соответственно, я прямо радуюсь всегда, когда люди освобождаются, когда люди улыбаются, когда они приходят вот такие вот опущенными плечами, а в конце они раскрывают плечи, потому что эмоциональная боль их освобождается. Итак, что это за напиток, который я сегодня сделала, потому что я молодец? Это напиток Болотова. Ребятки, я его уже пью, наверное, лет 15. Это просто суперсила. Google вам в помощь, открываете Google и читаете про него. Там очень много полезностей, он действительно, ну там очень много всего-всего полезного. У меня очень много вытаскивал раньше, в том числе там иммунное, там, ну, короче говоря, вот рецептов очень много в интернете. Можно такое сделать, можно такое. Я очень люблю на яблоках и с травами, это мой самый любимый. Иногда я делаю со свеклой, мне тоже он очень нравится. Еще с чем хочу поделиться, знаете, очень многие люди, они делят, они говорят, тело отдельно, психика отдельно, эмоции отдельно. Все связано между собой, психоэмоциональное состояние, оно, эмоции – это тело уже, психика – это то, что организует все процессы в теле, это все связано. Но вместе с тем, вот я сейчас держу напиток в своих руках, который я тоже на ночь обязательно пью, вот по ложечке вы уже можете догадаться, что это за напиток, это кефир. Я на ночь всегда пью кефир с клетчаткой. Я покупаю клетчатку, очень люблю расторопшую. И вот каждый вечер я делаю такую вещь. Значит, кефир, он обладает уникальными свойствами. Он, микроорганизмы в нашем кишечнике, он дает им питание, и они выделяют серотонин. Поэтому это, конечно же, отвечает за наше счастье, когда у нас есть достаточное количество серотонина. Все думают, что серотонин вырабатывает только мозг, однако он также вырабатывается и микроорганизмами в кишечнике. И вот эти милые создания, которые вырабатывают серотонин, любят на ночь получать кефирчик. Вот такой кефирчик. А если еще туда клетчаточку мы, ложечку клетчаточки, это очень хорошо работает на стул. В туалет ходишь аж вот так. Вот. И я делюсь с вами секретами. Почему? Потому что у меня достаточно большой опыт. И мне есть что вам рассказать, поэтому обязательно подпишитесь, обязательно прокомментируйте, скажите, будете.